Всем привет, ребята! А вот и я, Зойка Вера. И сегодня мы с вами посмотрим мою старую-старую коллекцию поделок. Давайте скорее смотреть, что мы с вами давным-давно лепили. Так сказать, займемся воспоминаниями. Итак, начинаем. Не забудь поставь лайк. А первым вашему вниманию я представляю вот такой вот грибочек, который шагает навстречу приключениям из игры Super Mario. А также барашек Беня из мультфильма «Отель овечек». Его подружка-сестренка у меня не сохранилась, а он как живой. Дели у меня слон Эмили, по-моему, так ее зовут. Это слоненок из мультфильма «Свинка Пеппа». Такой желтый, красивый слоненок. А также сохранился кролик-заяц Ребекка, также свинка Пеппа. А также у меня есть вот такой вот слон, который ходит на двух лапах. Этот слон у нас из мультфильма «Зебра в клеточку». Также из мультфильма «Зебра в клеточку» у меня сохранился вот такой вот замечательный крокодил. У него такая необычная зубастая пасть и, конечно же, желтый цветочек. Так, далее у нас жираф с длинной шеей. Тоже вот мордочка на одну сторону, значит, это мультфильм «Свинка Пеппа». Еще вот у него хвост такой вот закорючка. Ну и, конечно же, сама свинка Пеппа. Куда же без нее? Вот такая вот она. Вся в розовом. Хвост крючком. Нос пятачком. А также вашему вниманию парочка залипак. Это пингвин из коллекции «Птица». Я ему добавила рыбу. И кролик из коллекции «Животные». Я ему добавила морковку. Так они получились более живенькими.